Так, ну давай сейчас баблс поймаем. Бабл, бабл, бабл. Давай, ловись. Так, магнитик. Хорошо, магнитик мне нужен. Что еще здесь интересного, Бруно? Так, а мы что, вдвоем с тобой играем? Прикинь, мы играем вдвоем с Бруно. А почему ребята с нами не играют? Кто там еще у нас был? А, аккуратненько. Этого бы червячка бы взять бы съесть. Ах ты гад такой. Ух ты, меня съел. А, смотри, они гады. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Little Big Snake. Такая вот у нас есть змея, которая любит кушать слизнячков. Так, все, съели. О, смотри, кто-то оставил. Так, это мы скушаем. О, нифига, смотри, какой большой, огромный. Ах, ну я не смогу его залезть туда, может, залезу. Так, ладненько, здесь покушаем немножечко. Вот, хорошо. Так, дальше мы лезть не будем. А то нас едят. Играю я за морского ктулху. Вот такой вот интересный у нас жучок. Ну, не жучок, а змейка. И она любит кушать вот таких вот маленьких слизнячков. Так, все съели. Хорошо, отправляемся дальше, смотрим. Вот еще, смотри, слизнячок. Вот, давай сейчас всех слизняков съедим. Тихо, тихо. Опа, есть, готов. Где-то здесь еще. Вот он бегал. А тут их целых два. Так, сейчас мы их съедим. Хорошо, съели. Вот так этого сейчас быстренько схватим. По концовочку себе. Опля, все. Давай быстренько. Лопайся. Так, где у нас тут еще? Вот, зелененького сейчас. Зелененького словим, бабла. Опа, есть, готово. Так, хорошо, съели. Дальше идем. Смотрим. Так, ребята, смотрите. Можно... Вот слизняков кушаю, да, увеличиваюсь. Ой, смотри-ка, змейка. Ладно, аккуратненько. Ух ты, она меня в кольцо взяла, что ли? Прикинь. Ой, да их тут несколько, смотри, прикинь. Тут несколько. Получается, вот таких вот. Еще и маленькие, смотри, бегают. О, нифига, нифига, смотри. Меня споймали. Меня споймали, хорошо. А знаешь, как сделаем? Мы сейчас делаем по-другому немножко. Так, получили мы 3 ключика. У меня где-то здесь были друзья. Так, опыт хорошо получили. У меня где-то здесь есть... Ага, смотри, подарок. Так, давай быстренько откроем, посмотрим. А, 25 алмазиков, хорошо. Так, друзья у меня. О, Бруно. Играем вместе с Бруно. Ух ты, какой Бруно красивенький. Так, ага, все, играем с Бруно вместе. Какой он огромный, смотри. Офигеть, да? Так, все, играем с Бруно. А еще есть Рональд с нами. С нами играет. Рональд. Хорошо. Так, ну мне нужно кушать, слушай. Вот, давай, что-нибудь тут скушаем. Так, а что у нас Бруно? Чем занимается? Он играет за огненного такого змея. Вот, давай, тоже буду кушать немножечко. Ты меня, Бруно, угощай здесь. Какие монстры большие, прикинь, вот это у меня друзья. Хорошо. Им приятно, что их трое. Что они со мной играют. Так, смотрим, смотрим. Ух ты, они такие быстрые, слушай. Вот, ну не быстрее меня. Я, наверное, быстрее все равно. Хоть немножечко. Так, кого съедим? О, смотри, кого-то съели. Так, мне тоже нужно питаться, ребята. Давайте у меня тоже. Так, я сейчас быстренько слизнячка съем вот этого. Так, давай, не уходи. Да. Вот, смотри, слизнячок. Вот, съели. Отправляемся дальше, смотрим. Мне нужно расти. О, рядом еще девчушка какая-то. А, нет. Ой-ой-ой, врезался я, смотри, в Дайка. Так где же ты, откуда ты взялся вообще, Дайка, а? Алло. Откуда этот Дайк взялся, не знаю. Мне даже ни одного ключа не дали. Так, нет, в смысле, подожди, алло, играем дальше с Бруно, да. Так, твой друг играет в переполненной группе. Если хочешь присоединиться к нему, дождись, когда освободится место, хорошо. Ох, нифига, их там целых 5 человек, ладно. Ну, ничего страшного. А, но все равно мы долго будем ждать. О, поехали. Как раз кого-то съели, и я играю. Все. Хорошо. Так, играем, играем вместе. Так, кушанье, кушанье. Так, мы этих типа берем кольцо, да? Хорошо, сейчас подождем. О, тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Так, ох ты, смотри, съели нашего друга. Так, вот этого зелененького сейчас мы поймаем. Есть, поймали. Так, я сейчас покушаю немножечко. Так, сейчас я покажу, что все хорошо. Я кушаю. Спасибо.
Вот, видишь, какие друзья у нас хорошие. Они делятся с нами вкусняшками. Так, смотрим, идем. Куда он там бежит? Так, мы опять как кого-то хотим словить. Видишь, как он ловит? Получается, кто-то здесь у нас какая-то красненькая. Красненькая змейка. Ее мы сейчас будем ловить, душить. Так, ох ты, да ну, Бруно, смотри, Бруно нашего съели большого. Прикинь, ах ты, ё-моё. Так, как так? Бруно нашего съели большого. Ладно, сейчас мы все подъедим здесь. И будем ждать. Будем ждать друзей. А ну, хотя они, в принципе, сейчас нам подойдут. Подойдут, ребятушки. Теперь я большой, слушай, алё. А где наши остальные друзья? Сейчас будем ждать их. Так, а вот, смотри, кто-то лопнулся. Так, тушим. Вот этого вот не споймать, а? Ой-ой-ой, врезался, да ну нафиг, врезался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень плохо. Очень плохо, что я врезался. Вот так. Бывает. Бывает такое? Так, играем быстрее. Ах, игра переполнена. Ё-моё, смотри. Фига себе, не успел я. Подождем немножечко. Может быть, кто-то там у них это самое. Вот, умрет. О, отлично. Все, я возродился. Так, а Бруно, смотри, все равно огромный, да? Фига себе. Он возродился, получается. В полном объеме. Все, ждем, ждем, ждем. О, все, быстренько кушаем. Во. Так, вот этого быстренько съедаем. Вот, я должен быть большим. Так, чтобы с друзьями-то играть. Друзья-то, видишь, огромные какие. Поэтому я тоже должен быть не маленький. Так, где у нас Бруно? Так, куда-то ползет. О! Кого-то мы берем в кольцо, слушай. О, жужа, жужа. Я съел какую-то жужу. Так, берем в кольцо вот этого червя большого. Сейчас он где-нибудь лопнет, и мы его будем кушать. Давай, поможем немножечко. Кольцо уменьшим. О, есть, 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 есть. Хорошо, кушаем, кушаем, кушаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то ниндзя тут ходит. Но сейчас мы ниндзю споймаем, смотри. Мы сейчас, получается, споймаем и ниндзю. Вот. Давай, ниндзя, ловись. Давай здесь немножечко. Опа. Есть. Ниндзя готов. Есть, хорошо. Хорошо. И я немножечко подрос. Давай, кого еще будем ловить? Вместе мы играем. И ловим. Оп. Я букашечку съел. О, еда, 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 еда. Надо нам его в колечко взять. Плотное. Оп, есть, готово. Все, подъели. Подъели, увеличились. Идем дальше. Кого будем дальше ловить? Бруно. Смотри. Так, быстренько здесь делаем окантовочку. Так, аккуратненько здесь проходим. На... О, все. Готово. Готов еще один чувак. Все, подъели. Хорошо. Отправляемся дальше. Идем за Бруно. Так, где тут Бруно? Вот здесь рядышком. Вот, видишь? Какие мы два больших. Так, вот этого сейчас бабла споймаем. Бабл, бабл, бабл. Давай, ловись. Так, магнитик. Хорошо, магнитик мне нужен. Что еще здесь интересного, Бруно? Так, а мы что, вдвоем с тобой играем? Прикинь, мы играем вдвоем с Бруно. А почему ребята с нами не играют? Кто там еще у нас был? А, аккуратненько. Этого бы червячка бы взять, бы съесть. Ах ты, гад такой. Ух ты, меня съел. А, смотри, они гады какие. Прикол, прикол. Ладно, ничего страшного. Эх, бывает. Сейчас быстренько до Бруно идем. А где Бруно у нас?
Так, Бруно в логове. Ладно, ждем немножечко, когда Бруно-то появится-то у нас. А что у нас там по значкам? Ох, нифига, сколько у нас. Много. А железный сундук открываем. Смотрим. Деньги нам добавили. Ой, спасибо. И скиночки мы прокачали немножечко. Так, друзья. Так, друзья в логове. Так, следить. А, ну он сейчас не арены. Подождем. Оказывается, что два друга. Ну, что-то он в логове. Ладно, подождем. Либо сыграем сами. Да, да, да. Немножечко поиграем. Да, получилось... Конечно, что этот подрезал, подрезал его, подрезал, подрезал меня. Потом сам он погиб. Зачем так делать? Да, к сожалению, всякое бывает. Я не помню, кто там нас подрезал. Но подрезать это не очень хорошо, конечно. Но надо уметь. Это плюс. Вот этого я тоже сейчас возьму, красного сейчас типа, подрежу. У меня не получится. То, что он хитрый. Надо каких-нибудь вот нехитрых искать. Вот этого, например. Вот этот, например, зеленый нехитрый. Опа! Нет, смотри. Прошаренный. Так, а это какой-то большой нас хочет окутать, что ли, нет? А вот этого... А, нет, смотри, не спрямал. Так, кушаем вот этих штучек, тоже мы увеличиваемся. Так, жужа. Жужа. Жужа летает. Так, сейчас посмотрим. Сделаем такой отвлекающий маневр. Ух ты, смотри, змея какая-нибудь. Так, бабл, давай бабл, взорвись. Сейчас мы его словим. Ах, не ловится, смотри. Давай, бабл, ты мне нужен. Хорошо, сейчас подкушаем тебя. И соберем все какушки, которые я оставил. Ого, сколько я какушек оставил, прикинь. Да. Вот я зелененький оставляю тоже какушки. Куда ты спешишь, зелененький, а, червячок? Интересно, а Бруно сейчас играет, но ну, видишь, мы не узнаем. Потому что. О, слизнячок. Так, давайте будем кушать кого-нибудь. Я хочу кого-нибудь подрезать большого. Не знаю, получится у меня или нет. Он большого. Ну, постараемся сейчас кого-нибудь подрезать. О! Ох ты, ё-моё, подрезал, да, называется. Пошел вперед и. Смотрю, он тоже. Тоже катнулся. Так, быстренько сейчас получим ключики. Три ключика, спасибо. И откроем сундук. Так, у нас железный сундук, открываем. И получаем денежки, алмазы, рубинчики. И немножечко скинчик мы прокачали. Представляешь? Мы прокачиваем скины. Это очень хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Добавляйтесь, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока.